Расскажи мне, что такое праздник? Праздник – это день рождения, где проходит или Новый год, Хэллоуин, Масленица. И праздник – это такой праздник, это… Праздник – это где там день рождения, там Масленица. Ну, это где веселый день, там успехи. Когда запускается лед. А что еще делают на праздник? Поздравляют людей. А вот какой твой самый любимый праздник? День рождения. Почему? Потому что там кушают торты, играют. Мой любимый праздник Хэллоуин, потому что там рисунки, может, это там еще мой любимый праздник Новый год. Почему Новый год? Там, потому что там это подарки, там гости. День рождения. Почему? Просто. Потому что там всегда все дарят подарки. А Новый год тебе нравится праздник? Да. А почему он тебе нравится? Потому что Дед Мороз подарки дарит. Тоже так же. Я в 13 ночи проснусь тогда. Уже смогу Деда Мороза увидеть. Ты его уже видел? Нет. Ну, у него шляпа вот эта красная, там такой шалпачок круглый, там вот белый. Думаю, что он с длинной бородой, в красной одежде, и у него сапоги красные, с белым мехом. Все он в красном костюме, с палкой такой. У него борода большая. А вот если бы ты его увидел, что бы ты ему сказал? Давай в гости к нам прийти. Я ему это сказала, я тебя люблю, Дед Мороз. Я бы его угостил пирожными, тортом. Ты думаешь, он любит пирожные и торт? Или торт новогодний.